В общем, друзья, мне захотелось заняться чем-то душевным. Мечтал я, когда мне было 18 лет в 2003 году, о белой ВАЗ-2108. Какой план? Первым делом машину нужно поставить на колеса. Нам нужно будет собрать под капотку. Это всякие провода, шланги, бачки и так далее. Где-то раздобыть двигатель и коробку передач. Ой, вот это что-то вылезло откуда-то, вот отсюда. Ну там, да, типа защитка. Ну что, друзья, мы тут собираем новый моторчик на ВАЗ-2108. Всем привет, вы на канале Гараж. Друзья, если вы вдруг не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь прямо сейчас. Нам нужно продвигать наш канал, вам это ничего не будет стоить, а мы с помощью вашей подписки сможем эту серию показать большему количеству людей. В предыдущем эпизоде мы собрали двигатель, и нам вот не доставало несколько мелочей для того, чтобы его полностью комплектовать. Там вот этот вот кронштейн я отдавал в ремонт, в аквабластинг. Мы поставили старую клапанную крышку, так как вот эту мы также отдавали на реставрацию, то есть нам ее полностью от аквабластили, сняли вот эту вот защиту, там внутри стоит такая сеточка, она всегда в масле, ее зачистили, и сейчас она, собственно, как новенькая. В общем, сейчас мы еще пару минут доустанавливаем всякие мелочи на мотор и будем его внедрять в наш автомобиль. Друзья, посмотрите, просто золотой двигатель. Ну, не то, что золотой, но вот эту крышку мы тоже восстанавливали, вот это восстанавливали, вот это. Все, что было можно поставить на автомобиль новое, мы ставили новое, а то, что новое поставить уже было нельзя, мы, соответственно, восстанавливали. И выглядит это действительно потрясающе. Сейчас я вижу, что у нас классный новый мотор. Как за 25 тысяч рублей можно было купить? Просто на Авито очень много моторов продают. За 25 тысяч рублей первый мотор. Ну, как это возможно? Если мы только за расточку и за всякие мелочи отдали 20. И за колбаст я вообще молчу. Ну, в общем, идем дальше. Правду говорю. Экофло вот такие моменты очень сильно выручает. То есть, смотрите, у нас нет света. То есть, у нас мы подключили два софтбокса, нашу вывеску, лампу, и он показывает, что будет рабочая 4 с лишним часа. В общем, классная штука, рад, что мы ее приобрели. Я думаю, что нам еще не один раз пригодится, и применение у нее просто тьма. Нам дали свет, ура! Еще, друзья, я вот, наверное, раз по 100 какие-то детали прикручиваю, откручиваю. Как видели, я уже поставил генератор, но сейчас я снимаю его, чтобы поменять один болт. Для того, чтобы все было по фэншую. Так как я сюда поставил просто новый болт, который мы купили в магазине, но чуть позже я нашел старый. Он был ржавый весь, и мы его также отдали в аквабластинг и покрыли цинком. Теперь он вот такой, чтобы, во-первых, он лучше будет держаться, а во-вторых, он правильного цвета. Потому что этот у нас почему-то серого цвета, а должен быть золотой. На мотор осталось поставить пару шлангов. Алексей, вот мой товарищ из нижних гаражей, соответственно, этим занимается. Всем привет. А я этим делом установлю на автомобиль колеса, так как нам нужно его поставить на колеса, задрать морок. Сейчас будет целая эпопея с установкой двигателя. Ну и, друзья, наши колесики уже на новенькой резине, новенькие дисульки, смотрятся просто офигенно. Диски я все свои крашу в Color Disc, потому что мне очень сильно нравится их качество, сроки. И для вас тоже есть хорошие новости, от меня скидка 10%. Так что, если вдруг вам нужно отреставрировать колесные диски, любой вообще сложности, проточку вам нужно сделать или просто покрасить, Color Disc топчик. Я уже с ними несколько лет точно сотрудничаю.
Ну что, друзья, у меня для вас отличная новость. Для тех, кто хочет получить возможность выиграть Porsche 901 с гимбалом, в котором я сейчас сижу. Это действительно редкая, крутая машина, в которую мы вложили огромное количество времени, сил и денег. В котором мы перешили салон, покрасили кузов, установили бампера, перебрали часть двигателя, покрасили тормозные суппорта. Ну, в общем, вот все, что нужно было делать с машиной, мы, собственно говоря, и делали. Этот красавец реально заслуживает того, чтобы стоять в чьей-то коллекции, ну или просто на нем кататься. В общем, друзья, прямо сейчас мы открываем продажу наклеек и открываем на 72 часа. У нас будет дополнительный приз в виде 14 айфона. Так что, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше вот этой тачки и получить возможность вот в ближайшие 3 дня получить еще дополнительный приз в виде айфона, переходите, пожалуйста, по ссылочке в описании, покупайте наклейки, ну тем самым вы поддержите мой канал, ну и получаете реально крутой шанс выиграть по-настоящему редкую, необычную машину в виде Porsche 901 гимбала. Че, видали у нас эта эквилибристика? Машина парит в воздухе. Просто здесь вот придется, надо ли сюда бы, наверное, вот за эту балку поднимать можно вот этот мягкой этой. А зачем поднимать? Ну, не пройдет он с тележкой. Потому что мы тогда не можем, его закатывать. Тогда снимаем колесо, вот это. И заезжаем сбоку, вот так вот, откатить назад, опять ее вот на эту высоту поднять и поднять той штукой. Эквилибристика. Друзья, мотор можно поставить несколькими способами. Можно было сначала воткнуть в машину коробку на приводах и потом вот так вот внедрять сначала блок, потом головку. Потому что блок довольно тяжелый, или можно было это делать с помощью гуся. Ну а поскольку у нас тут все новенькое и открашенное, и не хочется ничего поцарапать, а когда вот так бы запихивался мотор, 100% задели бы лонжик или еще что-нибудь. Я говорю, давай как на заводе соберем. Полностью собранный агрегат снизу. И вот сейчас мы пытаемся эту историю исполнить, поскольку все-таки мы не завод. И подвеска у нас уже стоит. Вот придумаем, как это сделать. То есть я хочу переставить двигатель вот на эту вот тележку. Загнать его под автомобиль и с помощью домкрата его, соответственно, вот снизу поднять. Ну, в общем, сейчас тут будем крутить, вертить, что-нибудь получится. Здесь. Ой. Чего-то там уперлось куда-то. Чего, уперлось? Мы на дисках, а? Блин, нифига себе, какая жесткая подвеска. Что-то низкая такая. Неожиданно. Но при этом вот тут все равно почему-то много места. Присядь на багажник, посмотрим. Давай мы диски сзади подложим, чтобы она до них доехала. Что-то изменилось? Вообще ничего. Серьезно? Да. А, ну, кстати, ну... Вот. Не, ну нормально. Сколько было сотен комментариев на тему вот этой вот лебедки, которая все висела свернутая. Она должна была сначала упасть на Volvo, потом на Porsche, потом еще куда-то. Вот мы наконец-то и пользуемся. Хотя в свое время я очень много и пользовался. То есть я один с помощью нее ставил двигатель также вот с коробкой на Volvo XC90. Также поднимал морду и опускал. Конечно, наверное, стоит ее поменять, потому что действительно уже раритет, который может там повредить автомобили. Сейчас скоро купим новое, но сейчас начинаем веселиться. В общем, сейчас мотор мы ставим вот на эту тележку. Дальше лебедкой поднимаем морду автомобиля, закатываем двигатель и опускаем. Чуть-чуть кузов надо ставить его. Не-не-не, стой. Стой. Я отсюда вижу. Дай. Вот в кузову чуть-чуть. Еще вовнутрь. Не-не-не, пониже. Пытаемся закрепить вторую опору двигателя. Она вот, ну, болт не влазит и все. Берем старую, советскую. И выясняется, что они, ну, сильно разного размера. Видите? И у нас вот это не влазит вот. А причем, когда мы покупали, мы сказали в магазине, что у нас машина 88 года, старого образца. Но нам сказали, что у них опора одна. Хотя я помнил, что отличия вот как раз по вот этой опоре у них существовали. В общем,
Пока помыли, ставим нашу старую, хотя ее стоит заменить, поскольку тут потресканные резинки. Поскольку у нас сейчас нет выбора, эту кладем обратно в коробку, а эту поедем искать. Меняется она в целом, когда уже все будет собрано, просто подкатил домкрат, открутил 5 гаек и прикрутил обратно. У нас тут отличные новости. Мотор мы полностью поставили. Поставили привода, подключили снизу шланги, закрепили его на все подушки. Единственное, что сейчас у нас не получается, это соединить выхлопную трубу с выпускным коллектором. Ну, не коллектором, а приемной трубой, потому что она почему-то вот настолько длиннее примерно. Леха говорит, что для отечественных автомобилей это нормально, купить новые детали, ее дорабатывать или порезать надо будет. Короче, есть там кое-какие нюансы, отсюда, к сожалению, не видно, но во всем остальном у нас все чики-пуки. Сейчас мы едем домой, уже порядком устали, завтра с утра будем все доделывать. Ну, в общем, отличные новости, мотор на месте, ничего не покоцали. Уже жду не дождусь, когда она запустится. О, пошел родимый. Ну давай, прыскай. Бензин пошел, это плюс. Так, ну что, мы залили масло в коробку, мы залили масло в двигатель. Сейчас нам нужно еще залить антифриз. И в целом будем ставить аккумулятор и смотреть, что у нас получилось. У нас, конечно же, еще не все готово под капотом. Нужно кое-что докупать. Там вот сюда крепление нужно отреставрировать под газ. Пружинку нужно купить новую. Минусовой провод нужно тоже купить новый, либо это отреставрировать, потому что выглядит ужасно. Но, по крайней мере, проверить, запускается ли наш автомобиль или нет, мы сейчас можем. Так, я, наверное, сниму клемму с трамблера одну, чтобы сейчас покрутить двигатель, чтобы масло распределилось и появилось какое-то давление. Потому что мы его только собрали, оно было без масла, и надо чуть-чуть погонять. Будем надеяться, что сейчас оно хотя бы покрутит. Твою мать! Хо-хо-хо! Yeah! Так, ну то, что у нас крутит мотор, это уже большой плюс. Единственное, у меня сейчас нету газа, получается. Хвосты еще сделаем чуть побольше. Давай. Хотел бы я знать, почему. Может, у нас какой-нибудь минус мне, дед? Может, у нас нету этой искры? Так, ну что, друзья, прошел примерно час. Искры у нас нету. Я поменял несколько коммутаторов. Замерил, приходит ли плюс на коммутатор. Полез в салон. И в салоне мы обнаружили, что у нас не хватает одной релюшки. А замка зажигания, вот, выходила фишка, и вот на ней не было релюшка. Одели релюшку, вставили в кузов. Сейчас проверяю еще раз. О, у нас на приборке что-то появилось. И это, мне кажется, хороший знак. Ну что, парни, дубль 3, наверное. Ёпсадай! Друзья, вы слышите? Она работает! Это так круто! Блин, вот этот свист, это, по-моему, бензонасос. Там такой шток, вот он свистит. Видимо, он еще не смазался, что ли, я не понимаю. Вообще, это не очень хороший дуб.
Ну что ж, друзья, мотор работает хорошо. Лампочка давления масла погасла, то есть давление у нас в двигателе хорошее. Сейчас у нас обгорает выпускной коллектор, ну и, конечно же, не без косяков. Я заметил, что у нас подкапывает антифриз, ну и, соответственно, подкапывает он из-под трубки, которая идет от помпы. Хотя там новая прокладка, все новое, но вот подкапывает. Видимо, все-таки надо было собирать на герметике. Ну ладно, с этим будем разбираться. Я пипец как рад, что у нас тачка запускается. В общем, сейчас я ее глушу. Все было чисто, теперь все в антифризе. Вот еще здесь я сейчас вот пальцем трогаю. О, да, маслянистый, откуда-то антифриз фигачит. Хотя шланги все новые. Ну что, ладно, сейчас будем продолжать устранять мелкие недостатки. В итоге все равно у нас хорошее, мотор запускается. Сейчас будем справлять косячки. Даже задние огни горят. Ну, стопори. По-моему, у нас рекламная пауза. Парни, короче, у меня для вас есть отличная новость. Вот я сейчас нахожусь в компании 100 фильтр, и вот от меня скидка 15% на все. При том, что если вы здесь покупаете запчасти, то всю работу по их замене вам делают совершенно бесплатно. И какие плюсы? Сейчас, ну, в России ушло огромное количество дилеров, а раньше люди ездили к дилеру и осознанно переплачивали бабки за то, чтобы знать, что им залили оригинальное масло, там поставили оригинальные всякие детали. Но сейчас этого делать не нужно. Есть 100 фильтр, у них всегда все запчасти в наличии, все товары у них сертифицированы, и они сами по себе сертифицированы, поэтому ваша тачка не слетит с гарантии, поэтому можете себя приезжать на новых машинах, на бэушных машинах. У ребят все есть. Огромным плюсом является, что не надо самому ничего подбирать, о том, что у них 3 станции техобслуживания в Москве работают круглосуточно и очень, ну, быстрая запись. То есть позвонили, вам перезвонил менеджер, вы ему назвали марку автомобиля, он подобрал запчасти, и когда вы приедете, все сделают при вас там буквально за час. Там есть отличная комната ожидания. Еще вы получаете скидку от меня 15%. В общем, всем, у кого новые тачки, китайские тачки, да и тачки с пробегом, всем рекомендую 100 фильтр, потому что ребята топчик, делают все быстро, четко. И главное, что все в наличии. Если бы все шло по плану, это бы, наверное, была иномарка. У нас что-то идет не по плану. В общем, мы сегодня приехали с утра в гараж, снова запустили машину. Во-первых, бесил жутко этот звук. Это так пик-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 пик. Непонятно откуда. Мы сняли защиту, проверить в порядке все с ремнем ГРМ. Поставили приборку, увидели, что у нас на холостых моргает лампочка давления масла. Мы поменяли датчик давления масла. Лучше не стало. Дальше мы вытащили из нашего масляного насоса клапан. Там стоит пружинка. Пришлось снять масляный насос. Для этого мы сняли поддон. Когда мы сняли поддон, мы увидели, что у нас есть стружка в масле в небольшом количестве. Разобрали масляный насос. Вот смотрите, новый насос. Вот тот новый. Вот смотрите на нее. В общем, шестеренка вся, просто вся в задирах. И с одной, и с другой стороны. И плюс в нем вот здесь вот внутри ржавчина, которой быть не должно быть от слова совсем. И также я снял вот этот вот переходничок под бензонасосом и шток, который, судя по всему, издавал вот эти кричащие. Тоже видите, как его смолотило? То есть его прям съело. Если вот сравним, мы сейчас купили новый. То есть вот он стал короче на несколько миллиметров. Ну и в общем отсюда ушел вот этот дурацкий звук и стружка. Я думаю, что она и отсюда, и от масляного насоса. В общем, эту деталь купили новую. Масляный насос купили новый. Ну и вот видите, у нас в поддоне присутствует мелкая-мелкая стружка. А отечественные запчасти иногда бывают говном, к сожалению. И это точно. Так бы у нас все было классно. Я на всякий случай сейчас снял пару вкладышей с коленвала, посмотрел, нет ли на них задиров, потертости, все отлично, мы их вот уже поставили обратно. Ну, в общем, по плану у нас было сегодня начать собирать салон и дособрать под капотку, но сегодня мы устраняем косяки запчастей, ну и так можно сказать. Дубль! Два или три? Подсосик открываем? Ну я здесь открою подсосик. Подсосик! Так, ну что, погнали? Да.
Давление сразу погасло. А? Погасло сразу. А, этого стука больше нет. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Ну, холодная она. Куда он подсос убрал совсем? На давление не горит. Ну, на давление не горит. А если бы насос был бы хороший изначально, таких эмоций не было бы. Спасибо. Парни, это было непросто, но все получилось. Я просто уже переживал, что нам придется вытаскивать мотор, снимать колено, проверять, хотя мы все 10 раз проверили, все перебрали. Ну вот видите, сраный насос. У нас получается на холостых, вот из-за этих рисок, собственно говоря, и давление пропадало. Ну и сейчас насос даже вот мы в руках новый держали, он по качеству лучше выглядел. Этот вот выглядел, как будто он БУ, хотя типа новый. Мы его купили, и нам сказали, что это новый насос. Как он должен выглядеть, я не знаю. Новые детали не всегда хорошие. А как это проверить? Вот таким экспериментальным путем. Ставишь и едешь. Стопори горят. Задние есть. Блин, она едет и тормозит. Это же просто сказка. Наша тачка на ходу, мы это уже проверили. На колесах у нас есть тормоза, у нас нигде ничего не течет, и это просто отлично. Мы устранили вроде бы все косяки, какие повылезали. Сейчас все классно. В общем, будем сейчас тут еще наводить порядочек, ставить фильтры, менять всякие пружиночки. Проводку я, честно говоря, мне очень не нравится, как она лежит, и я вот думаю, может быть, ее запихнуть в такие черные кембрики, замотать изолентой, потому что это, конечно, ну, какое-то проводное безумие. Короче, выглядит не очень красиво. Хочу попытаться это сделать посимпатичней. Также сейчас мы будем ставить релюшки. Тут не достают блоки предохранителей, саму крышку. Ну, в общем, будем всякие мелочи дозакручивать, чтобы уже наконец-то начать заниматься экстерьером и интерьером. Мы тестировали автомобиль и поняли, что у нас не включается вентилятор. Пытаемся понять, проблема в вентиляторе или что-то с проводкой. Один раз была история, я как раз собирал Volvo XC90, собрал всю машину, всю проводку подключил. Включается зажигание, она не запускается. Я думаю, да что ж такое? Стал везде все лазить, смотреть. А оказалось, я вот такую вот маленькую массу за задним сиденьем не прикрутил к кузову. И из-за этого у меня вообще не работало ничего в машине. Ну, конечно, вентилятор у вас рабочий. Рабочий, да. Значит, нефига с этим вентилятором сейчас заниматься. Сейчас мы обратно все это дело соединим и будем искать, что там у нас справа. Один из этих проводов, который на вентилятор, на датчик включения вентилятора, он замассированный. Вот он. Да. Давай мы сейчас проверим, на массе он висит он или не висит. Давай. Чик. Чик. Чик-чирик, все починилось? Давай сейчас их... О, слышишь? Да. А я что-то не помню, что у меня зажигание включено? Я включил только что его. А почему тогда вентилятор не включается? Потому что на ролюху управление на массе не сидит. Чё-то как? О! Чего? Я все починил. Сделай, как было, подключи. Ну, я сейчас держу ее. Вот я только что попал куда-то. О. И что было? Обе массы должны быть подключены.
Да, вот эти мелочи, конечно, столько времени забирают. Так, ну ладно, у нас, получается, под капотом все починилось. Я могу мыть проводочку и класть ее в черненькие штучки, правильно? Да, со мной не просто, а кому сейчас легко. Мои планы в этой серии на машине уже поехать кататься зашли в тупик, поскольку сейчас я увидел под машиной еще какую-то лужу, мы ее отодвинули назад, выяснилось, что это трансмиссионное масло, и течет у нас, по ходу дела, задний сальник, где кулиса, где маленькая крестовинка на кулису, видимо, там нужно поменять сальник. Для этого сейчас надо будет разбирать пол машины. Дальше мы достали коробки, и я нашел старый блок предохранителей. Хотя, блин, в той серии зачем-то ездил, искал прям совсем новый. Ну ладно, пусть стоит новый, хуже не будет. И увидел, что под ним должна быть прокладка. Да, я наш блок предохранителей поставил не на прокладку, а на вот этот какого? На пластилин. То есть специально вот мы его тут вылепливали, чтобы в салон не попадала вода. Но поскольку нашлась оригинальная деталька, вот мы сейчас опять все отсоединили, сейчас поставим прокладку. Еще из косяков. Когда заливали антифриз, слышу, что-то булькает, и все 10 литров антифриза куда-то ушли. Потом я лезу в салон, открываю дверь. В общем, тут была небольшая речка антифриза. Вот он, видите, остался цвет, посмотрите. В общем, пол у нас насквозь мокрый. Мы его засыпали рисом, вообще рис обычно хорошо вытягивает влагу. Но я решил этой херней не страдать. Мы сейчас позвонили ребятам в СТП Инстал. Они нам выслали парочку таких листов. В общем, сейчас надо вот это пропылесосить и еще поменять шумку, чтобы она была сухой. Потому что антифриз сладкий, вонючий, и его лучше, конечно, убрать полностью, а не просто просушить, потому что полностью просушить его один фиг не получится. Шумка классная, воду не впитывает, но она, вот, просто она там есть. Ее, конечно, оттуда было бы уже не вытащить. Хотя это пролон, типа, не влаговпитывающий. Но любой ковролин, вот опять же, пример с Volvo, там такой довольно толстый он, прям толстый. Если он промок, я помню, его сушить надо. Я вот вешал его на эти углы. По неделе мог висеть, все равно подходишь, нажимаешь, с него течет. Это эффективно не просушишь. Благо, ребята нам уже прислали новые листики. Опа. Ой, видите, сколько воды. Ну и хорошо, что у нас, видите, лежит первый вибропласт. Все, его мы просто протираем, и вода до кузова не достала. Два косяка мы устранили, поставили прокладку под блок предохранителей, приклеили шумку. Вот сейчас надо будет опять поднимать машину, лезть вниз, чтобы, так сказать, поменять вот сальничек, видите, у меня все в масле. Но перед этим я хочу отправить сиденье в DC-тюнинг. И, друзья, мне страшно повезло. Я купил сидушки, которые, ну, короче, они весьма живые. Единственное, на одно есть вот тут вот косячок, вот-вот порванное место. Во всем остальном сидухи офигенные. Мы заказали в Тольятти новый поролон, поскольку, вот видите, здесь есть заломчик, тут заломчик. Именно поэтому мы отправляем сиденье в DC-тюнинг, чтобы их там разобрали, поменяли пролон, почистили и собрали обратно. С задним сиденьем у нас тоже в целом все хорошо. То есть их надо почистить, но мне не нравится вот эта вот часть, вот, которая ковролин в багажник. Заходит она какая-то всех в битуме, в общем, тоже ужасная. Если у ребят получится ее очистить, будет супер. Если не получится, то ребята с опытом, я думаю, что найдут какой-то кусок ковролина и смогут его заменить. В общем, сейчас вызываю такси, чтобы не терять время, поскольку в целом следующий этап в этом автомобиле, сейчас вот после косячков, это установка бамперов, фар и салона, соответственно. Прям собака капает, как будто там нету сальника. Друзья, специально для вас снимаю на телефон. Вон капелька, видите, висит. Блин, так тут все так классно, так новенько, так изящно. Как будто новая тачка. Новая тачка же есть. Так, ну что, мы устранили основные косяки.
постелили вон белую бумажку, ну вроде бы, ну чтобы видеть, что масло капает или нет. Вроде бы не капает. Все хорошо. Так, сейчас я ставлю резинку на крышку корпуса воздушного фильтра. Его, как видите, мы тоже отреставрировали. У нас вообще был вариант поставить вот этот. Он в неплохом состоянии, но тут есть ржавчина. В общем, как-то он выглядит не камильфо, скажем так. Я нашел более ушатанный корпус, отвез его в Аквабласт, и вот мы его порошочком покрасили. Смотрите, какую мы красоту навели. Мы нашли правильный хомут троса газа для троса подсоса. Мы здесь грамотно все уложили провода в чехольчики. Ну просто красота. Дохожу от машины и вижу, блин, что мы весь радиатор коленями зафоршмачили. Ну вот так вот стоишь и, ну, задеваешь его. Вот я сейчас сижу, выпрямляю, но по факту, по ходу дела, его надо будет поменять, потому что выглядит это, ну блин, как очень-очень обидно. Если даже представляете, как обидно, мне как будто серпом по одному месту дали. Конечно, многие скажут, что за больной из-за этого менять радик, но не могу, блин, такая у нас красивая новая машина получается. И вот такие некрасивые эти штучки. Я сейчас сижу и говорю, а может быть есть расческа для радиаторов, знаете, чтобы вот так вставить и... Короче, вот наша телега. Подписывайтесь, одному из вас отдам фактически новый радиатор. О, левый поворотник горит. Просто горит. Ну вот масла нет, значит. Потому что вот у них вот сзади фонари тоже они едут, эти девятки. Смотришь, на стоп нажал, а у него, блядь, там пиздец. И поворот сразу, и задний ход загорелся. В общем, друзья, мои дорогие подписчики, мы заколебались. Вот мелочи просто выхлёстывают. У нас сначала горел 12-й предохранитель. Мы пока разобрались, почему он горел, прошло 2 часа. Горел он, кстати говоря, из-за нового прикуривателя. У нас был прикуриватель, который вот там новый, он вот им не пользовались никогда, посмотрите. И вот у него вот здесь вот было короткое замыкание. И он обжег предохранитель. А по схеме этот же предохранитель отвечает за подогрев заднего стекла. В общем, пока разобрались, потратили уйму времени. Сейчас у нас не хватает массы на фару. Причем в родне она вместе с фарой прикручивается к болту, но, видимо, кузов должен быть, ну, какой-то кусочек, ой, не крашеный. А у нас сейчас крашеный кузов, и получается, что массы ему не хватает. Ты расковырял или нет? В общем, мелочи забирают очень много времени. Но у нас, смотрите, загорелась лампочка под капотом. Тут у нас в целом тоже все в порядке. Мы вот еще один советский хомутик нашли, вот сюда поставили. Здесь стоит провода все. Короче, все вроде бы классно. В электрике у нас все ок, все работает и горит, правда, у нас нет дальнего, с ним еще будем разбираться. Сейчас мы поставили, это называется сабля или лыжа. Короче, вот эта деталь состоит из двух деталей, сабля и лыжа. И вот мы ее когда поставили, я увидел, что здесь есть вот небольшие трещинки в краске. С одной стороны три, и с другой стороны вот одна маленькая. Меня, конечно же, это огорчает, потому что ее придется снимать и красить. И, по-моему, в цвет она чуть-чуть не попадает. Но у пластика в целом такое бывает, что пластик немножко по цвету отличается. Но машина преображается, и это очень круто. Я уже вижу, что мы работаем не зря. У нас работает вся электрика, у нас работают тормоза, у нас почти на 100% собрана подкапотка. Осталось, ну, буквально пару мелочей. Там сюда резинка, сюда пластмасска, крышечки. Ну, в общем, совсем немного осталось работы.
Но для того, чтобы не затягивать эту серию, и поскольку она у нас уже должна выйти через 2 дня, еще нужно монтировать, еще тоже большой объем работы, подбирать музыку, чтобы вам было интересно смотреть, мы ее, наверное, будем финалить. Поэтому сейчас я расскажу, что мы в целом будем делать в следующей серии, а делать нам тоже предстоит немало. Я, как видите, раздобыл еще несколько бамперов, весьма-весьма ушатанные, они волной, они грязные. Видите, ржавые крепления, которые также нужно восстанавливать, паутина. В общем, их тоже нужно приводить в порядок, и на них также нужно потратить время, чтобы все-таки на таком красивом и новом автомобиле у нас стояли прекрасные бампера. Ну и по салону, он уже в DC, как вы помните. Мы тут уже стали кое-что подкидывать, примерили туннель, работает полностью приборка. В общем, также я думаю, что уже в следующей серии мы соберем салон, поставим бампера. И по идее все, друзья, реально осталась 1 серия по этой тачке. Поэтому, если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, нужно срочно подписаться. Во-первых, вы нас поддержите, вам это вообще ничего не будет стоить. После 8-ки я уже затеял еще более грандиозный проект, потому что было очень много комментов, что в этот автомобиль можно было бы поставить, как можно было бы сделать и так далее. Но поскольку это все-таки 8-ка 88-го года, мы его собираем как 8-ка 88-го года с небольшими модификациями. Следующий проект, скажем так, будет то, как мы хотели, наверное, бы все. Поэтому подписываемся на канал, ставим колокольчик, пишем комментарий и лайк. Все, друзья, я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что смотрите мой канал. До новых встреч. Пока.